Посмотрите, сколько много окон. Извечный вопрос: обои под покраску, либо просто покраска. Заказчик говорит: пластик не хочу, керамогранит не хочу, искусственный камень не хочу, мрамор не хочу. Удовольствие не из дешевых. Теперь пару слов про стоимость реализации данного проекта. Всем привет! Сегодня у нас двухкомнатная квартира площадью 56 квадратных метров с идеальной планировкой. Здесь мы занимались реализацией проекта под ключ, начиная от разработки дизайн-проекта, заканчивая подбором чистовых материалов. Одно из наших направлений – это реализация интерьеров под ключ. По вашему проекту мы составляем смету, в которую включены черновые материалы, чистовые материалы, все работы под ключ, доставка, логистика, разработка дизайн-проекта, вынос мусора, а также влажная уборка. И вот на примере этой квартиры мы вам покажем, что из этого получается. Пару слов про планировку. Я считаю, что она просто идеальная, и для квартиры площадью 56 квадратов просто пушка. Значит, входная дверь, попадаем в квартиру. Здесь у нас будет стоять тумбочка, будет висеть зеркало, дальше у нас идет шкаф, и все эти коммуникации, электрический щиток, слаботочные системы, они все будут спрятаны, и их будет не видно. Проходим дальше. Спальня, гостиная, кухня, санузел. Спальня. Большая кровать. И напротив у нас будет встроенный шкаф до самого потолка. Заказчик здесь решил телевизор не делать. Вот вы можете видеть плинтус. Мы дошли не до конца. И здесь вот здесь вот уже будет находиться мебель. Гостиная. Посмотрите, сколько много окон и какие они большие. То есть у нас окна на две стороны. Очень много света. Единственный минус – это то, что нужно будет много штор, в два раза больше. И поэтому нам пришлось сделать ниши для потолочных карнизов вот по этой стороне и по этой. Здесь у нас будет диванная зона, напротив будет висеть телевизор. Дальше – кухня. Она тоже огромная. Будет здесь стоять обеденный стол на 5-6 человек. Здесь у нас будет кухонный гарнитур буквой «Г». Вот вы можете видеть, мы выложили фартук там, где будет кухня. Далее у нас остался санузел. Вот посмотрите, какой просторный коридор. Здесь вот будет тоже элемент мебели, и при этом можно будет ходить, и это будет комфортно. Теперь санузел. Его можно было бы сделать раздельный, но заказчик пожелал его объединить. Посмотрите, сколько много места. Ванна, огромная раковина, унитаз. Здесь будет стоять стиральная машина. И здесь плюс небольшой шкафчик, который мы чуть позже уже повесим по той высоте, какой пожелает заказчик. И посмотрите, сколько места еще остается. Правильное решение, что заказчик захотел объединить ванную с туалетом. Поэтому, если у вас есть возможность это сделать, рекомендую. Это хорошее будет решение. Если вы хотите увидеть, как этот объект выглядел на черновом этапе, ссылочку на этот ролик я оставлю в описании, он уже на нашем канале. Перейдете, посмотрите, может быть, какие-то идеи вам понравятся, и вы их реализуете у себя на объекте. Так, давайте по чистовым материалам. В коридоре несколько участков стены мы выполнили вот в таком вот декоративном камне, который имитирует кирпичную кладку. Это сделано для того, что этот угол является самым нагруженным с точки зрения механических и физических воздействий. То есть это вот самая проходная зона, с учетом того, что здесь будет шкаф. То есть смещение человека относительно этого прохода будет ближе к этой стене. Поэтому для того, чтобы защитить этот угол, мы использовали вот такое вот декоративное решение. Плинтуса от производителя Classen Pure. Это эмаль, МДФ, и мы их выбирали специально под двери, чтобы они смотрелись в едином стиле. Вы знаете, что есть два варианта. Или вы выбираете плинтуса под цвет дверей, либо под половое покрытие. Вот поэтому в комментариях можете написать, как вы считаете правильным. Нужно под ламинат или под двери выбирать плинтуса. По всей квартире у нас уложен ламинат Quickstep Impressive Ultra. Цвет дуб светлый. Можно было оставить ламинат единым полотном, но была вероятность, что на такую площадь он разойдется и где-то местами станет гармошкой. Поэтому в местах дверных проемов мы сделали разрезы и установили вот такие порожки. Также можно было бы здесь в
проходной зоне сделать плитку, но клиент пожелал оставить везде ламинат. Ну, в санузле у нас, естественно, плитка. Стены. Извечный вопрос. Обои под покраску, либо просто покраска. Более бюджетный вариант – это обои под покраску. Вот на данном объекте у нас антивандальные обои White Pro. Вот я сейчас приблизил для того, чтобы вы увидели, какая фактура у данных обоев. Хорошее решение для стен, обои под покраску, не стесняйтесь. У них есть различные рисунки, различная фактура. Подбирайте, что вам больше всего нравится, и используйте на своих объектах. Теперь межкомнатные двери, они просто бомбические. То есть это эмаль белого цвета. И посмотрите, вся плоскость двери, она изрезана вот такими вот линиями, что придает это особенный вид. Очень круто смотрится. Вот, на ощупь они матовые, приятные к восприятию. Это производитель Svea. В описании мы еще напишем список, каких чистовых материалов мы использовали. Вот, поэтому обалденное решение, кто хочет белые двери и кому просто обычные, гладкие не подходят. Вот такое вот решение, это просто пушка. Еще смотрите, у нас входная дверь сделана в таком же стиле, как и межкомнатная. Тоже вот такие вот полоски. И вот все межкомнатные двери у нас выглядят вот таким вот образом. Теперь плитка в ванной. Это у нас церзанит. Вот эта стена выделена плиткой с рельефом. Ну, если на ощупь она абсолютно гладкая, но по виду как будто имеет неровность на своей поверхности. Также у нас есть небольшой бордюрчик по всему периметру. Он сделан сверху и чуть ниже. То есть вот он такого хромированного вида, блестит и добавляет немножко шику этой плитки. Так, чуть не забыл. Подоконники. Заказчик говорит, на подоконниках хочу так же, как и на полу, чтобы цвет более-менее совпадал. Пластик не хочу, керамогранит не хочу, искусственный камень не хочу, мрамор не хочу. Что делать? Ну, естественно, тогда получается, что срощенный дуб. Мы его приклеили, заколеровали специальный грунт под цвет ламината и, соответственно, покрасили его. То есть это у нас срощенный дуб, это не пластик. И так это все выглядит. Вот вы можете видеть, что видна структура дерева. Все подоконники в этой квартире – это срощенный дуб. Удовольствие не из дешевых, то есть каждый подоконник ориентировочно по 3500 рублей. Это только материал. То есть вот во всей квартире это материал дерева. Теперь пару слов про стоимость реализации данного проекта. Она обошлась заказчику в 1 672 тысячи рублей. Это 31 тысяча за квадратный метр. Стоимость всех работ 749 тысяч рублей. Стоимость черновых материалов 473 тысячи рублей. Стоимость чистовых и отделочных материалов 550 тысяч рублей. Срок ремонта 6 месяцев. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях или пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вы нам очень сильно помогаете. Вся наша команда вам за это благодарна. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока!